Всем доброго спортивного дня, ну или утра, или вечера. Я не знаю, в какое время вы это смотрите. С вами я, Екатерина Голышева, а.к.а. Большой За. И сегодня в гостях у меня Фрося. Так, сегодня мы вместе. Знаете, что будем делать? А ты знаешь вообще, что мы будем делать? Нет, вообще не знаю, мне просто сказали едь. Будем соревноваться. Ты когда-нибудь лазала на веревочном парке? Нет. Это будет твой первый раз. Мы будем проходить сложный маршрут. И кто быстрее его пройдет, тот победитель и выигрывает 50 тысяч рублей. Впервые деньги на твоем канале. Да, просто выиграю я. Я не останусь у меня. Не, на самом деле я не уверена в своих силах вот в этом испытании, потому что я как бы тут была один раз, ну вообще не тут как бы, но в веревочном парке. Я думаю, что да, мы наравне. Так что let's go. Я подписываю бумагу о том, что если я умру, то ничего страшного. Спасибо. Проще, ты должна сейчас подписать бумагу о том, что если ты умрешь, то я не несу ответственности за тебя. Угу. Вот, тут получается, смотри, твоя фамилия, это отчество, а тут сопровождающий, это вот я. А ты боишься высоты? Стоило бы. Золото, кори-кори, золото, черная машина едет из другого города. Настроение хорошее. Я уверена в своей победе. Такое надо говорить, да? Ох, блин, я как будто штаны наложила. Есть такое ощущение? Да. А у меня нормальный поджоп? Кого лучше? Да. Ваш заказ готов. Так, Фрось, нам тут предложили поспорить, кто будет первая, но мне кажется, спорить не нужно. Давай ты будешь, чтобы я посмотрела, как мне нужно делать. А, я думала, кто выиграет. Нет, давай поспорим, кто первый. Я хочу посмотреть, как ты позоришься. А потом по твоему следу, типа, пойти, знаешь, и посмотреть, как нужно правильно делать. Чи-чи-ко, чи-чи-ко. А, ты первая! Ты первая! Ты первая! Нет. Кто выиграл, тут первая? Нет. Да, победители всегда первые. Нет. Кто прав? Пишите в комментариях. Нет, смотри, ты проиграла. Никто не хочет быть первым. А, она первая. Золото, горы, горы, золото. У каждой девушки есть свои маленькие секреты красоты. И лучше, чтобы это были не маски и фильтры, а качественные товары для красоты и ухода, которые можно найти на Мегамаркете. Здесь есть абсолютно все. Огромный выбор товаров и доставят их совершенно бесплатно. Кстати, прямо сейчас на Мегамаркете можно очень выгодно пополнить свою косметичку. Все благодаря повышенному кэшбэку до 50% на товары для красоты. Например, при покупке тональной основы, бальзама для губ и пудры начисляется 150 бонусов, которые можно потратить при оплате 99% следующего заказа. И это не вся выгода. Весь сентябрь действует промокод «День красоты». А самое приятное, что промокод и кэшбэк суммируются. Мегамаркет позаботится о твоей красоте. Выгодно и без всяких фильтров. Че, страшно? Боишься? Да. Реально? Ну, прикинь, если я сорвусь. А тут вот эти палки, все, это смерть. Металлический трос видим? Да. С него руками мы не держимся. Держаться можно будет за синие веревки, за желтые веревки, за деревяшки. Еще можно будет держаться от троса в вашей страховке. На маленький карабин просто нажимаете, он открывается, вы его прицепляете. Большой вам нужно будет просто вот этим прорезом повернуть карабин, чтобы он прорез смотрел наверх. И вот эта пластинка должна на него попасть. Вот так вот. Вы видели? А как тут делать? Точно, да, нет. У меня все шансы. Да, конечно. Я все поняла. Вот сюда, а вот этот вот, вот сюда. Все, изи катка. Я это очень быстро сделала. Господи. Так, самое главное, кто как препятствие проходить будет. Угу. Так, друзья, ну что, я начинаю время прохождения Фроси. Я нажимаю на старт прямо сейчас, и ты начинаешь. Готова? Да. 1, 2, 3, поехали. Молодой человек, а что тут надо делать? Мне кажется, просто что ты делаешь не так. Вот сейчас будет смешно. Сейчас Фроси полетит. Так. А как? У меня плоскостопие. Ребята, это невозможно. Как? Я так сувенировы делаю на этом. Я не могу. Что делать? Это очень сложно. Да я не могу их поднять! Я выиграла. Все, я за
даже... Это про меня. Кто это сказал? Ну, не 150, конечно, но... Стоп! Просто мне кажется, ты неправильно делаешь. Мы читаем балл. Какой балл, Катя? Не, ну это минус балл однозначно. Как тут считать правильно? Никто не говорил, как проходить, заметьте. Повтор, можно повтор? И знаете, самое главное правило – это нельзя мухлевать. Нельзя просто так про тросу проехать мимо всех испытаний, особенно вот мимо бедер вот этих вот. Это самое главное вот правило. Угу. О, боже мой. Это очень забавно. Не, ну я считаю, что это, конечно, вообще несправедливо. Да, о! Ну вот здесь как будто попроще. Все под контролем. I believe I can fly. I believe I can pull the sky. Хиракс! Молодец! Спасибо! Если тебе плохо, скажи, пожалуйста, сразу же. О, боже мой. О, мама! Ты выиграешь? Да. Ну, просто меня сейчас беспокоит только одно. Что она вот эти вот ведра просто проехала, а я хочу их пройти. Если честно, у меня очень сильно забились руки. Прям очень сильно забились. О, боже, вы не представляете, как еще долго. Ну хорошо, что она первая пошла. Можно посмотреть, что делать и как нужно. Да, я сразу знала. Да ё-моё. Чё, устала уже, да? Ну руки забились. Постой, передохни, тебе нужен отдых. Давай для усложнения пой песню. О тебе все мысли, о тебе все письма. О тебе, черная машина, черный пистолет. Молодец. Фу. Честно, мне хочется блевать почему-то. Ты только вниз этого не делай, а то там люди ходят. Да. Пипец, мне кажется, она меня не выдержит. Это... Давай, тебя выдержит все. Мне кажется, тактика неправильно выбрана. Не-не-не. Не молчай. А дальше? Я буду чередовать. Какая молодец, умница. О боже, это ужас, конечно. Прочь, как самочувствие? С кайфом? Мы находимся в джунглях. Я королева Монако. У меня муж олигарх, трое детей. Просто иди. Я не знаю, как мне получается. Стоп, вперед, не страшно. О боже. О боже, опять? О боже, у меня дальше сходка. Если вы знали, мои подписчики, чем я тут занимаюсь. Ну так а что ты хотела? Ты пришла. Катя Голышева, тут по-другому не бывает. Я запуталась. Живи. Ой, девушка, отойдите. Тошнит. И срать теперь еще хочется. Мне тоже врать. Ну живот крутит, что могу поделать? Давай, соберись и иди дальше. Ты сильная, ты лев. О, прикол. Просто давай передохни, соберись и иди дальше. Вон, ты как будто заново родилась. Вообще хорошо выглядишь. Молодец. Я больше не участвую у тебя в роликах. Так все говорят. Все? И это конец? Ты чуть больше середины прошла. Ой, половины прошла. Вы в курсе, что тут болты не закручены? Давай шпагат. Что? А как тут по-другому? Какая молодец. Не перестаю удивляться. Я, честное слово, устал. У меня очень болят ручки, мои пальчики маленькие, сладкие. Давай, вон, смотри, чуть-чуть осталось. Ну что, опять это? Я уже проходила по этому. Мне кажется, Фрося злая. Конечно, потому что у меня еще месячный. Видишь, смотри, как ты быстро прошла из-за того, что ты уже проходила такую штуку. Не, Катя, реально перейдешь 50 тысяч? Да, если выиграешь. Что-то сразу не сказала. В смысле, я сразу же сказала. Повтор. Кто быстрее его пройдет, тот победитель и выигрывает 50 тысяч рублей.
Остановите время. Есть. Сколько? Не говори, давай в конце скажешь. А посоветуешь мне что-нибудь перед прохождением? Чувствовать. Чувствовать? Хорошо выглядишь. Фреш? Фреш. Все, я готова. Давай. Скажи, что ты... Раз, два, три. Ну, я, конечно, это поэпичнее прошла. Я слишком сосредоточена, я не знаю, что даже говорить. Вот то же самое было. Страшно? Не подсказывайте ей. Ого! Мне, конечно, силёнок поменьше, чем у Кати. Она это прямо не делает. Давай, раз, два, три, оп! Раз, два, три, оп! Что за херня? Все заново надо проходить. Ну, она выпуталась из ситуации, нашла решение всех проблем. А это что, это реально ведра, да? Не, ну ты молодец, Катя, молодец. Давай песню, Катя. Обелик, что-то там. Ну-ну-ну, продолжай. Не, ну, кстати, Катя как будто полегче это. Она видела, как я это делаю. Видели Катину форму? Какой ракурс хороший. Ого! Смотри, Катя, смотри. Опа! Ну, честно, думала, чуть сложнее будет. А все это самое сложное прошла, по сути. Шпагат! Мне кажется, даже говорить никаких типа слов поддержки не нужно. Ей вообще это легко. Она такую зарядку делает каждое утро, если кто не знал. Кать, что должно произойти, чтобы ты реально, ну, отказалась отвечать? Ничего. Мне кажется, даже... Ну, если я себе что-нибудь сломаю только. Хотя и то не факт. Мне кажется, я дальше пойду. Вот эта ручка, она выглядит очень ненадежно. Видите, как она наклонена? Вообще, вот эти бревна меня смущают, если честно. Она меньше... На 8 минут проходит все. 50 тысяч, бай-бай. Как твои ощущения? Руки забились. Во, да. Именно вот здесь вот. Так, ну вроде пока что... Я иду побыстрее. Хотя мне может казаться, конечно. Проще, теперь поняла, почему тебя затошнило. Чего? Меня тоже слегка. Давай, это изи. Катя все еще как-то ровно проходит, я, блин, боком, задом. Ёбушки-воробушки! Кать, выдохни, постой немного. Это что такое? Усложнение типа вы мне устроили? Это мой план, Кавкан. Только вниз не смотри. Ой, как ускорилась-то сразу, вы посмотрите на нее. Вот что нужно Екатерине Голышевой. Нифига себе, как она это делает. Она еще прям встанет и выдохнет. Смотрите. Мне интересно еще, Катя, как вот тут будет проходить, там, где я испугалась. О, у меня такие же носки, как у вас. Не говорите никому. Это специально вы делаете, да, такое? Так, вот первая, она такая, да, а вот дальше. Че ты так на меня смотришь? Тут стрёмно, потому что. Ты напрягай. Пальцы устают. Очень сильно. Так, нам надо перейти.
Время? Ну, вообще, по моим ощущениям, я как будто быстрее. Мне тоже так кажется. Да, конечно, я там исполняла и задом шла, и все, у тебя все ровно. Ну вот и подошло наше испытание к концу. Мы еще не знаем, кто выиграл, я или Фроси, но у нас есть некоторые доводы, что я. Да, у обоих причем. Вот, но я не знаю, у меня есть, ну, чуть-чуть сомнений, потому что я прям в моменте устала, у меня прям, знаете, сердце забилось, меня тоже затошнило немножечко, и я передохнула. Да ты при этом ровно все шла, но я какая-то как макака. Тут ситуация такая, то, что как раз-таки вот эти ведра ты проехала, а я эти ведра проходила. И то есть ты время... Прошла. Время... Не, ну не сказала бы. В общем, давай сейчас узнаем, кто сколько время прошел. Фрося. 25 минут 54 секунды. 25 минут 54 секунды, Фроси. 26, короче. Катя. 21 минута 2 секунды. Не, ну на самом деле это... Ну 20 тысяч символических можно как бы на карту скинуть. Нет, 50 тысяч остаются мои, я выиграла 50 тысяч! Вот, ну вообще... Она залезла мою подмышку, настолько она меня любит. Нет, ну на самом деле... Эта битва, ну, прошла круто. В плане, смотри, у нас всего разница 4 минуты получается. Ну да. То есть, если бы я еще где-то отдохнула и прошла бы медленнее, то все, ты бы выиграла. Ну или вообще можно считать, что ничья и победила дружба. Ну а мы будем заканчивать этот прекрасный ролик. На самом деле, мне кажется, получилось довольно весело, особенно как ты лазала, как макака. Вот, ну а вы обязательно ставьте пальчики вверх, пишите в комментариях, хотите ли вы, может быть, еще видеть Фросю на моем канале. Конечно, как мы пробуем разные профессии. Разные профессии? Да, хорошая идея. Ну, пишите, как вам эта идея, а мы с вами прощаемся. А, что? Ну, пишите, как вам эта идея. Ну, пишите, как вам эта идея, ну а мы с вами прощаемся. С вами была я, Екатерина Голышева, а.к.а. Большой Зад. И Фрося! Окей, большие щеки. Все, let's go домой.